Привет, друзья! С вами Рустам и Оксана, и сегодня будем готовить очень вкусный сладкий пирог буренка. Для этого нам понадобится творог, 3 пачки, у нас тут по 180 грамм, по-моему, ванилин, разрыхлитель теста, яйцо 5 штук, мука, крахмал, сахар, естественно, какао-порошок, вот это обычный, и сливочное масло. 2 пачки у нас по 180 грамм. Начнем с приготовления теста. Размягченное масло предварительно выкладываем в посуду. Более бюджетно, если, то можно заменить на маргарин. Но на самом деле, как бы от маргарина надо уходить. В маргарин добавляем 2 трети стакана сахара. Ну, это около 150 грамм. И перемешиваем все блендером. Добавляем одно яйцо. Также перемешиваем. Так, итого, значит, масло, сахар добавили. Яйцо добавили. 2 столовые ложки какао. Это 50 грамм приблизительно. После нужно добавить 2,5 стакана муки. Но мы начнем с 1 стакана. Ну, то есть в сумме получится 350 граммов муки. И вот сюда сразу же я добавлю разрыхлитель теста, вот 10-граммовая пачечка, всю пачку. Замешиваем тесто. После того, как перемешали, добавляем оставшиеся 1,5 стакана муки, просеиваем и окончательно замешиваем. Тесто получается жестковатым, из него мы будем делать основание в форме. Тесто делим и 1/3 часть убираем в сторонку, нам еще пригодится. Из остального формируем основание в форме, распределяем по форме и поднимаем по стенкам. Так стаканчиком очень удобно. Получается вот таким вот образом. Подняли бортики, выкладываем все 3 пачки творога. Добавляем яйцо 4 штуки. Так же, как и в тесто, добавляем 2 трети стакана сахара, 1 чайную ложечку ванилина. Если есть ванильный сахар, ну, то столовую ложечку можно добавить. Перемешаем миксером. После этого добавляем 1/2 пачки из 2 пачки масла. То есть нужно 100 грамм добавить. Здесь в пачке 180, как я уже говорил, 90 грамм. И 1,5 столовые ложки крахмальчика. Вот. Все, финальная перемешка. Заливаем начинку в форму. Борта высоковаты немного. Можно подрезать. Из оставшегося теста формируем произвольные формы, как бы сказать, на боках у буренки пятна. Вот. Здесь нам нужно добиться такого же эффекта. И выкладываем их на начинку. Ну, все, буренка практически готова. Отправляем выпекаться в духовку, значит, при 180 градусах около 40-50 минут. Готовая буренка. Осталось остудить, убрать в холодильник часа на 3, наверное. И потом можно резать. Готовьте. Приятного чаепития всем. И до следующих рецептов. Такой вот получается у нас пирожок-буренушка.